Приветики всем, ребята! Ну и перед тем, как я начну делать реакцию на тяночку, которая рисует меня, да, мне кажется, это все ждали. Ну, короче, перед тем, как я начну, я вам хочу кое-что рассказать. Ребята, а вы уже видели обновленный сайт RBX3O? Если нет, то бегом туда, ведь прямо сейчас там работает лучший курс на рынке, 1 рубль равно 1,5 робукса. Но благодаря новому удобному интерфейсу покупка робуксов методом трансфер стала еще проще. На сайте присутствует множество методов оплаты, доступные для жителей всех стран. Переходите на обновленный сайт RBX3O по моей ссылке в закрепленном комментарии, покупайте робоксы дешево и безопасно только там. Ну и это, ребята, в принципе все, что я вам хотела рассказать. Ну так вот, как вы уже услышали в начале видео, я буду делать реакцию, которая... делать реакцию на тяночку, которая рисует меня. Честно сказать, я сама в шоке. Я случайно увидела это видео в моем телеграм-канале. Ну и, собственно, вот, как вы видите, я делаю реакцию. Ну что же, погнали. Всем привет, вы на канале Сомик Тян. Сегодня я буду рисовать My Game, именно Алену. Ну что же, привет, Сомик Тян, и как же давно мы это ждали? В смысле, вы не ждали? Ну ладно, тогда я одна это ждала. И вот этот вот никнейм у тяночки, Сомик. Знаете, у меня тоже во дворе есть собака, зовут Сомик. Ну ладно, это так, опустим. Я рисую сейчас ее тело. Я нарисовала ее тело, оно очень красивое, у меня очень красиво получается. А вот вы думаете, что тяночки агро, а вот она меня любит. Смотрите, она меня даже рисует. Не, ну это, я считаю, достижение, реально. Теперь я рисую ее ушки. Так, давайте теперь нарисуем ее глазки. Она всегда улыбается, ее видео всегда поднимает мне настроение. Стоп, стоп, подождите. Мои видео кому-то поднимают настроение? Вы бы видели мое лицо, мой шок. А ну-ка напишите в комментариях, я хочу посмотреть, сколько же людей, которым я поднимаю настроение своим видео. Мне кажется, там очень мало их. Ей очень нравится, мне очень нравится ее реакция на тяночек. Если она сделает реакцию на меня, это будет прям вообще счастье, счастье, счастье. Ну что могу сказать, радуйся, потому что ну вот я делаю на тебя реакцию, если честно, мне кажется, она будет в шоке, и я сейчас в шоке, потому что, ну, тяночка меня рисует. Честно сказать, если бы моя мама не скинула это видео мне, я бы это не увидела. Но это так, я вам сказала по секрету. Как вы видите, я ей сейчас нарисовала ротик, сейчас я рисую ее бровки, все, я нарисовала ее личико, начинаем рисовать ее волосы. Ну, знаете, ребята, у Таночки, какой Таночки, тяночки довольно красиво получается, потому что я видела, как некоторые тяночки рисуют, и то, что рисует она, это вообще никак не сравнится с тем. Мне до сих пор смешно, потому что сказала у Таночки. Ну, кто понял, тот понял. Никто не понял. У меня очень плохие шутки, да, я в курсе. Ну все же, пожалуйста, давайте сделаем вид, что вы меня поняли, мои шутки тоже, и все дружненько посмеемся. Че вы не смеетесь? Я не поняла! У нее вот такая вот очень красивая косичка. Вот я ее сейчас нарисовала, еще у моей есть супер красивые заколочки. Они прям мне очень-очень сильно нравятся, я бы тоже себе такие хотела. И... Я сначала даже не поняла, что за заколочки, потому что этот скин я делала достаточно давно, и хожу я тоже с ним достаточно давно. Я даже реально забыла, что у меня есть какие-то заколки, украшения на волосах, потому что эта корона мне мешает. Ну, мне лень ее убирать. И да, если вы хотите такую же корону из цветов, как у меня, тогда смотрите на моем канале, там есть подробный туториал. У нее есть бантики. Давайте их тоже нарисуем, почему бы и нет. У нее есть вот такие нежные, красивые софт-бантики. Софт-бантики? Что? Если честно, я сама не знала, что у меня скин в стиле софт. Но после этого видео у тяночки я теперь узнала. Вау, круто! А еще у нее футболочка с аниме и пижамные штанишки, но... А ну-ка, ребята, кому интересно послушать историю, почему же я купила эту дебильную кофточку с аниме, которая мне не нравится? Кто хочет послушать? Как это никто? Вы что, вообще офигели? Вообще, у меня была другая кофта, которая мне просто идеально подходила под этот скин, но Roblox решил мне ее удалить. Вау, ну, конечно, Roblox такая подлюка, я согласна. Ну и в итоге я купила просто левую кофточку с аниме, да. Как все весело, ха-ха. Пижамные штанишки не поместятся, поэтому буду рисовать футболочку с анимешкой.
Вот я нарисовала ее футболочку, смотрите, как красиво, я уже начала. Вот, блин, кому как, но мне очень нравится. А вы тоже пишите в комментариях, нравится ли вам этот рисунок. Если нет, все, можете отписываться. Ладно, ну я пошутила, куда вы пошли отписываться, люди? Нарисовать ее кожу. Она у нее вот такого вот красивого цвета. Давайте добавим тени. Если в моем оригинальном скине, то у меня белая кожа. Я взяла эту бежевую кожу только для того, чтобы нормально ей снимать видео и делать превьюшки. Потому что этот гребаный белый цвет очень много с чем сливается, да. Посмотрите, какая красивая Магин. Она очень давно снимает, она часто снимает реакции, она все время снимает только реакции. Ну вообще да, весь мой контент это состоит из реакций на тяночек. Когда я создавала этот канал, я думала, что я буду снимать разнообразный контент, но что-то понесло меня совсем в другую сторону. Когда она реагирует вместе с родителями, это прям вообще очень смешная реакция. У нее всегда очень крутые ролики. Ну да, согласна, у меня было. Ну, в смысле было. Оно и есть видео на канале, там, где у меня реакция вместе с папой и реакция вместе с мамой, с братом. Но, честно, я уже не хочу с ними делать реакцию. Слишком тяжело это все мне дается. Ну, если вы уж так хотите реакцию с моими родителями, тогда пишите в комментариях. Я посмотрю, сколько вас, ну и там уже посмотрим. Обязательно подписывайтесь, если вы не подпишетесь, то я вас распилю болгаркой. Знаете, я немного изменила свое, так скажем, мнение. Она не совсем милая, я ее уже боюсь. Вот такой вот результат у меня получился. Подписывайтесь на мой гимн и на мой канал. Я вас люблю, солнышко. Всем пока. Вот, ребята, шедевр, портрет получился у Тяночки, мне нравится. Да и вообще я в шоке до сих пор, что меня нарисовала Тяночка. Ну и я уже буду с вами прощаться. Всем пока.